Причудливые переплетения образов, тайные смыслы, одни и те же сюжеты на картинах Герарда Вагнера выглядят по-разному. Здесь все решают краски. Швейцарский художник творил в стиле духовного модерна, и пробудить в человеке самые яркие эмоции здесь предназначено космической силе цвета. В своих работах Герард Вагнер использует три основных цвета. Красный символизирует волю, синий – силу, желтый – дух, мышление. Смысл картины раскрывается в зависимости от того, как цвета соотносятся на полотне. Всего на выставке в Музее модерна представлено около 40 работ Герарда Вагнера. Некоторые картины написаны натуральными растительными красками. На каждом полотне царствует его величество цвет. Он в творчестве художника – основа основ. Он просто брал какой-то определенный цвет, и дальше сочетания у него тоже складывались как-то подсознательно, то есть он не знал вообще, что он будет писать, что будет в конце, какой результат будет. Форма у него рождалась из цвета. Ощутить космическую силу цвета самарцы смогут до 10 марта. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».